Вечеринка-сюрприз. Где же торт, или это какая-то другая вечеринка? Тишина, Сомра! Я разработал эти ограничители, ты не уйдешь, пока я не скажу. А теперь признайся в том, что ты сделала. Я сделала много плохих вещей сегодня, и еще даже не время обеда, так что говори конкретнее. Ты так, кто выдал наши постыдные секреты! Всеобщие утечки! Всеобщие утечки? Всеобщие утечки! Ты говоришь так, будто я знаю, что это. Всеобщие утечки. Например, откуда все знают, что Мести помогла Динди, только потому что она без ума от него? Я... Что? Эй! Вот почему она дала ему убийственную задницу. Моя задница? Убийца? И что ты натворила? Замолчи, Лусио. Ты тот, кто записывает людей для своей музыки без их разрешения. Пш, нет. Я могу идти? Не раньше, чем ты признаешься. Итак, у тебя тоже есть неловкий секрет? А? Конечно, нет. Жнец боится кондиционера. Что? Нет, я не боюсь. Да, это так. Он боится, что если он превратится в туман, то его засосет, как какого-нибудь злого джинна. Нет, подождите, я могу лучше. Как призрака. В одной из тех ловушек охотников за привидениями. И попробую снова. Совсем как пук в пылесосе. Эх, забудьте. Что ж, Трейсер Яна злоупотребляет своим хроноускорителем, чтобы избежать споров со своей девушкой. Эй, смотри, кондиционер! Где? Ха! Возможно, если я совершу сепуку своей задницы, я смогу восстановить честь. Трейсер, ты не должна использовать свои способности так эгоистично. Ах, да? Но это ты выращиваешь секретные, незаконные, генетически модифицированные бананы. Это научный эксперимент. Звучит как обед. Ты не собираешься нас есть, правда? Папа? Нет, нет, нет. Просто вернись в сэндвич к остальным. Хорошо. Я люблю тебя, папа. Будь ты проклята, предательская задница! Да, это была пустая трата времени. По крайней мере, я не трачу все свое время на поездку в Диснейленд с моим диснеевским паспортом. Ну и что? Я просто большой фанат! О, берегись, жнец! Это большой вентилятор! Ты тоже их боишься? Да. А лучше бы это была моя вина, потому что это так смешно. Давайте забудем. Отпустите ее. Ладно. Винстон, какой пароль от этой штуки? О, это пароль. Что? Пароль. Такой же, как и на всех электронных устройствах и компьютере, который у меня есть. То есть, любой мог просто войти в твой компьютер и выдать наши секреты? Ну, не без пароля же. Я убью его. Сомбра заперла нас в комнате! О нет, мы в ловушке! С моей убийственной задницей! Кто-нибудь откройте дверь! Она закрыта! А ты пробовала пароль? Я уже могу убить его! Я очень хочу убить его! Doomfist is way too powerful to let this animation end. Meteor Strike!